Всем привет! Сегодня на обзоре вот такой освежитель у меня, который был куплен сегодня специально для обзора. Отличный освежитель Airwick. Вот именно магнолия и цветущая вишня. Очень нам нравится этот запах. Вместимость его 500 миллилитров, но купил я его для сравнения. Вот как вы думаете, друзья, какой баллончик продержится дольше? Такой на 500 миллилитров или такой баллончик на 250 миллилитров? Если кто-то думает, что вот этот, то ошибается. Максимум вот этого баллона хватит на месяц, два, ну, три, кто как пользуется. Срок хранения у него. Дата изготовления, февраль, 17-й год. Вот этим баллоном мы пользуемся около 2 лет. Срок изготовления его апрель 15, ну где-то так я его и покупал. Сейчас апрель 17, он, наверное, на 2/3 использован. Все там очень приятный запах, концентрированный, чуть-чуть брызнул, все, запах стоит долго, ароматный. А здесь я не знаю, сколько им надо брызгать. Ну, в общем, проверено временем, так сказать, испытано на практике. Вот такие баллоны по цене, они не сильно отличаются. Я оставлю видео ценников. На сотню вот этот дороже, но и пользоваться, извините, или 2 года, или 2 месяца. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы и пока-пока.